В дальневосточной столице растут и развиваются новые районы, а с ними и прилегающая инфраструктура. Две школы возводят в районах Патрокол и Снеговая Падь. Это поможет разгрузить уже работающие образовательные учреждения, решить вопросы переполненности классов и наличия вторых смен школьников. Губернатор края Олег Кожемяка совместно с главой города Константином Шестаковым проинспектировали ход строительных работ на социально важных объектах. В ближайшие годы школа на Патрокле сможет разместить 1275 учеников, а образовательное учреждение в Снеговой Паде рассчитано на 1100 мест. Есть все шансы, что уже в следующем году ученики смогут подать документы в эти школы. И это лишь два объекта из семи, которые возводятся в Приморье в рамках федерального проекта «Современная школа нацпроекта образования». Будем переходить к комплексной застройке, к развитию территории, так, чтобы она предусматривала и социальные объекты, она предусматривала строительство школ, детских садов, мест для занятия спортом. Именно будем идти по этому направлению, что само по себе будет сочетаться с возможностями жителям не только купить квартиру, но и видеть перспективу ближайшего направления ребенка в детский сад, в школу. Поэтому мы со своей стороны, как правительство Приморского края, будем выделять необходимые финансовые ресурсы на строительство этих школ, заключать концессионные соглашения, проплачивать впрямую, предоставлять гранты.